паспорт, забирайте паспорт, нет, отдали паспорт назад. Паспорт отдали, забирайте паспорт назад, забирайте паспорт. Руками, руку убери свою от меня. Паспорт. Наоборот, убирайте. Что это? Кто ты со мной команда? Потому что профессиональная видеосъемка на территории метрополитена запрещена. Паспорт вернул человеку. А ты вообще иди отсюда, не представился, кто ты такой? Документы показал? Служб безопасности. Документы показал? Сейчас, один момент. Мы блогеры, правозащитники, вы не обязаны давать, вот видите, вот флаер почитайте, да. Вы же не даете паспорт всем подряд, вот почитайте, тут теория, как с ними грамотно общаться, а не никто. Сфотографируй. Что там происходит? Люди. Паспорта возвращаете? Русскую снимает и... Хотя бы в здание, прям блогеры подъехали. Докладываем, по сезам работаем с сотрудниками. Опасные блогеры, помогите, убивают! Поздно, люди, помогите, зовите ОМОН, Росгвардию, убивают нас! Принимают меры, сейчас полицию будем звать. Вот. Давайте, зовите, вызывайте, убивают нас, убивают нас. То, что они в руки паспорта уже не имеют права брать. Да, что они такие, да они что, сотрудники полиции, чтобы... То, что из рук, по-моему... Желание я могу показать. Они пользуются тем, что человек не знает. Что это выкладывают паспорта. На заказуху, хочешь сесть? Чтобы нашли неугодных активистов. Иди отсюда. И убили. О, все, смылось. Прям реактивный тягет. Полицию. Что, Серлюгина? За заказуху сядет. Что твой племяшка такой борзый, а? Что твой племяшка такой борзый угрожает убить нас, а? Да, это он. Что твой племяшка такой борзый? А, это тот здоровый? Селихов фамилия его, Селихов. Что такой... Селихов. Племяшка такой борзый. Это Селихов. Ваш паспорт, да? Заберите паспорт. Заберите еще. Вот Рустамов, твой дядя тут. Посмотри на... Ну, вот снимайте, Рубен Планов снимает. Вот он, твой дядя. У нас давно еще здесь. Я понимаю, что просто вы, как опричники, стоите и помогаете. Ну, это сугубо ваше мнение. Это мое убеждение. Да, если даже это есть убеждение, я вас понял прекрасно. Смотрите, вот на профессиональный фотоаппарат видеосъемка на территории метрополитена запрещена. Кем? На закон сошлёшься, извиню, соберу. На закон. Обязательно. Я вас информирую. Сейчас будут привлечены сотрудники полиции, куда они пытаются. Я вас информирую. На телефон нет. Именно. Правилах вообще написано, именно видеосъемка. Именно профессиональный порог. Мы приехали, чтобы... Паспорта никто не порывает. Что только что паспорт не хотел отдавать этого. Просто. Ничего не будет. Да я не боюсь. Зачем я на телефон буду снимать? Когда я в сокровище еду. Ладно, полицейский пока не снимает. Как-то так. Обжалование где? Где обжалование? Здравствуйте. Молодые люди. И проблема. Смотрите, я вам поясню. Просто инспектора выполняют свою работу. Да, грабят народ. И выполняет план 10 штрафов. Это подождите, пожалуйста. Это лист служебного задания. Подождите, грабят, не грабят. Грабят, это уже не надо считать. Это не они выдумали. Что паспорта чужие из рук. Я лично видел. По 18.1 у них жалуются. Вот тогда сюда приехали. Я просто... Подождите, послушайте меня. Я просто другое объясняю, что им не надо мешать выполнять служебные обязанности. Каким образом мешать? Вот вы мешаете. Чем я мешаю? Я стою, я имею право здесь стоять. 48-я конституция. Мы гражданам права их разъясняем. Они мешают. Мне попросили помочь, потому что вы мешаете. Вы видели, что я мешал? Да. На камере. Лично я мешал? Лично вы мешали, лично вот это. Чем я мешал? Все, кому друг друга не говорят. А где написано, что нельзя заходить? От людей хватает. Заходить можно, но... Нет, они людей хватают. У них паспорта. Вы инспекторам только не мешайте и все. Кому я не мешаю? А если... я мешаю? Вот, раз сотрудник. Вот она стоит. Чуть-чуть отойдите и снимайте. Хорошо? Можете отойти вот туда? Молодые люди, чуть-чуть отойдите, снимайте, что хотите. А вы мешаете, что сам вы не слышите? Молодой человек. Это я здесь. Смотрите. Чуть-чуть отойдите, у них должен быть лист служебного задания. Там вообще не написано, что они могут замазать. Как вы жалуетесь на них?
Вы им не мешайте. А если они нарушают, вы так считаете? Что считать, так то пишите заявление. Написали заявление, вы ничего не помогает. Ничего не помогает? Конечно, отписки еще пишите, в прокуратуру обращайтесь, куда-то еще. А тогда смысл, что вы здесь стоите и... Помогаем людям. 48-я статья Конституции. Они остановили, я говорю, вы им паспорт можете не давать, проходите, все. Мне нужно только вот это. Если гражданин... Наказывать я никого не хочу, мне нужно помощь людям. Что это не должно быть так? Он в течение 10 суток может обжаловать в суд. В течение 10 суток. Правильно? И сам гражданин это решит. Согласен или не согласен? Да, это пассажиропотоку еще мешает, когда вот здесь вот стоите. Нет, здесь нет. Вот я здесь стою. Вот там, я когда подошел, там стоял. Я здесь стою. У меня тоже. Съемки, я тоже не могу сказать. Я думаю, мы друг друга услышали, правильно? Я говорю, вот, снимать деньги. Я еще раз объясняю, если гражданин не согласен, он считает, что это незаконно. Не обязан он им давать. Подождите, я вам про паспорт ни слова не говорю. Я про паспорт ни слова не говорю. Людям, чтобы паспорт не давали. Пусть заявление пишут. Нет, если считают, что это незаконно. И если так же, если им уже выставлено постановление, имеют право, да. А если уже выставлено постановление, пусть обращаются в суд в течение 10 суток. Бесполезно. Знаете, когда что делать? Бесполезная вот это вот ваша. Наская система. Вот это вот бесполезно. Не давайте. Лучше там помогали бы, лучше тоже их убирали. Вы работаете, ребят. У нас есть юристы там. Вы не работаете. Какая работа? Новый год. А мы вначале не дадим здесь. Не кричите, пожалуйста, уважаемые. Не дадим. Не кричите, потому что общественное место. Они уже ушли, уже можно. Я представлялся. Ты на работе. Ютуб канал. Завод разделения. Он отвечает, служба безопасности. Ну хорошо, что безопасность? Чего у вас безопасность? Безопасность. Общественный порядок. Какой общественный порядок? А что у меня полиция не оштрафовала за съемку? Общественный порядок. Я говорю, вы говорили, что за съемку будет составляться что-то. За видеосъемку, разумеется. Полиция сказала, что ладно, снимайте. Сейчас, да, у вас три полномочия. А вы смотрели полицейские же с вами пообщались. Со мной, да? Ну все, значит, наверное, друг друга услышали. Но я могу здесь остаться. Я не говорю, что будет составлено. Я говорю, я информирую вас о том, что правила пользы метрополитена запрещено. Кто такой, чтобы информировать? У вас есть полномочия такие. Они не имеют права паспорта выхватывать из чужих рук. Так никто не выхватывает. Да, что? Ну, разумеется. Знаете, вы приехали сюда, вот, 10 минут назад. А я с ними работаю не первый день. А я 3 года. Возможно. Я еще раз говорю, при мне такого не было, чтобы ухватывали без порта. Люди сами, разумеется, конечно. Я не знаю, как это обозначает. Если вы знаете, вы соседа какого-нибудь, то плюньте ему в рожу. Не обязаны. Ну, я думаю, сотрудники сами разберутся. Да наша задача не... Какие сотрудники? Если бы они сами разобрались, они вас... Они останавливают людей и говорят, ваш паспорт, вы нарушили. А люди не знают, что они могут не давать паспорт. Просто не знают. Не могли бы, ребята, повыше маски, потому что у вас достаточно масок. Если вам не трудно. Если не трудно. А спасет ли вообще маска эта? Так как по носу, по усы. Она мне надета. Дышать тяжело вам? Да. Вам тогда нужно к врачу обратиться, чтобы он вас прописал. Я сам начинаю. Чисто мое пожелание вам. Чисто моя рекомендация. Вот, значит, это штрафовать не имеет права. А мы не штрафуем. Я могу. На ваше усмотрение. Я маску больше от камер закрываю, Саня, чем от штрафа. Что это ваше? От вируса. Все, пойдем. Переедут в другую сторону. Ну, это у меня есть привычка, и... сейчас да, без проблем, возвращаюсь. Это будет аналогичная ситуация возникнет, просто то же самое. Просто как бы, контролер кого-то останавливает, говорит, у вас там нарушение, говорит, давайте паспорт. Человек не знает, что можно не давать, дает. Это уже как бы нарушение. Если мы вовремя подсказываем, забирайте, человек имеет право забрать. А контролеры не отдают. Вот это уже они сразу становятся нарушителями. Сразу можно и силы вырывать и так далее. Пока тут был балаган, то контролеров уже нету ни одного. Я знаю, что у меня нет денег у нас, поэтому я... Чисто, так сказать, гражданская ответственность. Все, уже снимать больше нечего, как бы. Хорошо. Ну, сейчас в любом случае, никого нет. Станция зачищена. Вот так вот. Контролеров нет.